Всем привет, мы тут с Аленкой, нас уже двое. Да, Лёля снова приехала к нам в Ярославль, и мы уже погуляли. Сейчас мы стоим на Ярославле главном, и Лёля скоро будет отправляться домой. Расскажи, Лёль, как у тебя сегодня время прошло? Время прошло отлично, мы погуляли по магазинам, я купила себе перчаточки для Велечка. Не покажу, может, засниму. Ну и мы потом сидели долго и вкусно в кафе. Хотя пара кафе, ну, оно сначала было занято, но Лена отстояла наше место. А до этого нам тоже было кафе, но оно тоже было занято, и было занято битком. Да, и Лёля еще не сказала, что мы были сегодня не вдвоем, что редкость. Да. Еще с нами была моя подруга Настя. Вот, и вроде бы там тоже погуляли хорошо по магазинам, какие мы ходили, и по косметическим магазинам, и по магазинам одежды. Да. Вот, но это все вы увидите потом, и вам даже сегодня показывать не буду, потому что немножко не в том сегодня ситуации, чтобы все это показывать. Вот, мы вам покажем это в отдельных наших видео потом отдельно. Лёля вам свои покупки покажет, я, что у меня тут мало чего, но есть тоже кое-что, что показать можно. Вот, а погода хорошая сегодня, солнышко, тепло довольно-таки, да? Да, еще какой-то некий юнош, привет, заснял меня с собой на фотик. Я так офигела, что я вообще не поняла, если ты смотришь, то напиши в комментариях, что это ты, потому что Лёле интересно. Мы ведь тоже хотим знать, кто это такой, что уже Лёля у нас на улице узнают, уже берут чуть ли не автограф, можно сказать. Но, по крайней мере, сфотографироваться, сделать селфи, это, можно сказать, приравнено к автографу. Лёля у нас очень известный человек. Она стебется. Нет. Ну, я на самом деле решила, что это кто-то из прошлой жизни, потому что раз у меня тут подружка вылезла. Ну да, я по морде лица, по лицу не определяю возраст вообще. Мне кажется, он вообще был молоденький мальчик-то, парень-то. Ну ладно, что узнают человека на улице города Ярославля, это уже очень хорошо, YouTube делает свое дело. Ну я офигела. Вот. Лёля вообще в кофте уже. Даже не в курточке. Вообще-то это пальто. Ну да, но это вообще-то кофта, мне кажется. Да, у меня тут такой клёвый топик, надо его показать. Давай, давай, покажи. Желтенький топик, да, такой классный. С ленточками. Да, желтенький топик хороший. Лёля тоже хороша. Сейчас покажу я общий вид немножко. Вот Ярославль главный, у нас уже начали работать фонтаны, но мы туда решили не идти, потому что у нас пакеты, и пакетик один. Сейчас кратко покажем. Вот сколько это у Лёли всего. Тут моя сумка еще лежит одна. И этот пакетик у нас, он бумажный, поэтому мы решили вам не снимать так просто. Бумажный. Они вообще все бумажные. Да, поэтому мы не пойдем к фонтанам, да, Лёль? Да. Вот. Ну, значит, мы такой видеоотчет небольшой сделали. Я снова к тебе тут в кадр возвращаюсь. Вот солнышко вышло. Солнышко у нас сегодня провожает Лёлю. Угу. Вот. Погода налаживается, стало потеплее. А то у нас недавно в Ярославле и снег был, и дождь. А тут вообще прям такая погода замечательная. Ветра почти нет. Скоро уже можно будет переодеваться по более летнему. Вот, что, собственно говоря, уже Лёля начинает делать. Я пока еще так в процессе перехода с зимнего на летнее нахожусь, скажем такими словами. Вот, ну, в общем-то, мы вам все сказали, наверное. Остальное вы увидите в отдельных наших видеоотчетах о покупках, подарках, все как всегда. И тому подобное. Да, о приезде, наши впечатления каждого человека. Вот, Лёля, не знаю, ты пользуешься Инстаграм или нет? Пользуюсь иногда Инстаграм. Вот, так что если что, заходите для Лёли на Инстаграм, вот, там у нее будут какие-нибудь фотки, у меня есть, у Насти тоже есть фотки, обычно в Инстаграм мы выкладываем, делимся своими. Вот, ну, может, Лёля под этим видео ставит ссылку на мой Инстаграм, если кому-то оставлю, надо. Оставлю. Да, потому что там Лёля тоже бывает. Вот, поэтому, в общем-то, мы сегодня тогда с вами будем завершаться. Лёля. Всем пока. Всем до свидания.